В ауле Кошхабль после масштабной реконструкции вновь заработал сельский дом культуры. Сегодня в торжественном открытии культурного объекта принял участие глава республики. У маленьких жителей аула теперь есть возможность заниматься музыкой, посещать библиотеку, различные кружки и не только. Из Хабесского района Александра Коваленко. Творческие коллективы и благодарные жители Хабесского района встречают дорогих гостей под звуки национальной гармонии. Уважаемый Рашид Борисович, чуть более года назад начались реставрационные работы по ауле Кошхабль. Вы принимали активное участие в реставрации, под которой у вас всегда находилась вот эта работа. Сегодня открывается новый, современный, не дом культуры, а целый дворец культуры. Поэтому мы ждали вас. Спасибо. Поэтому от всей души, от чистого сердца мы говорим вам салам алейкум, добро пожаловать. Также вниманию гостей в этот радостный для ульчан день сотрудники Дома культуры представили выставку, ознакомили собравшихся и с достижениями жителей аула Кошхабль в различных сферах. Здесь, в зрительном зале ДК, рассчитанном на 322 места, была проведена масштабная реконструкция. Теперь в этом помещении можно заниматься различными видами творчества. После долгого затишья здесь вновь зазвучат со сцены голоса. Благодарные жители Кошхабля принимают поздравления от главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Я абсолютно уверен, что новый ДК станет местом, где будут зажигаться новые таланты, где люди старшего поколения будут приобщать молодежь к богатейшим истокам национальной культуры, передавать свой опыт и знания молодым людям, которые, безусловно, прославят не только свою, но и всю нашу республику. В своем выступлении Рашид Тимрезов отметил, что только за 2017 год в республике было построено и реконструировано 12 сельских домов культуры. В планах на текущий год ввести в эксплуатацию еще 9 таких объектов. И это стало возможным благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, который инициировал целый ряд программ по улучшению жизни, по улучшению качества жизни граждан в российских регионах. Сегодня в этот праздничный день хочу вас заверить, что работа по комплексному социально-экономическому развитию и аула Кошхабль, и в целом Хабесского района будет продолжена. За время реконструкции сельский дом культуры приобрел иной облик. Здесь полностью заменили кровлю, отремонтировали фасад здания, провели капитальный ремонт двух этажей с заменой оконных и дверных проемов, сменили напольное покрытие. Полностью произведена замена инженерных коммуникаций, проведено водоснабжение. Кстати, здесь впервые появились очистные сооружения. Также здесь отопление автономное. В новом помещении котельной установлено газовое оборудование, соответствующее всем современным требованиям. Хочется поблагодарить Тимрезова Рахида Бориспиевича за то, что он сделал нам такой подарок. Еще хочется поблагодарить всех участников, кто участвовал в реконструкции, кто спонсировал, кто работал, вплоть до каменщиков, до плиточников. Все очень хорошо поработали, всеми довольны. Вот народ заходит, смотрит, удивляется, и все радостные. Спасибо всем огромное. Праздничное настроение всех присутствующих поддержали молодые таланты Хабесского района. Александра Коваленко, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабесский район.